Ну что же, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, что у нас тут? А, кислород, дендерпонт. Да, какие? Holy shit, the whole base is infected. Okay. Lucas. Lucas. Of course no response. Ёбаный ты. Ты постри везде эти сопли, да, растеньки. Ладно. Стешняга, он стекает. Ну, вроде бы, после выхода патчи что-то, да, изменилось. Вроде бы графика получше стала. Хорошо, шприц. Lucas was definitely here. He analyzed a sample of the roots. Так, вкратце, ну-ка. Ага. Он тут что, исправлять, да? Ина, ну Ина, сука, вот. It's the recipe for a plant poison. Well, if Lucas thought it would do something to the tree, I should do the same. I need to find and mix different vials at the centrifuge. Окей. I'll need Lucas's chemicals to make a mixture. Так, мы что, нас человек сходить пособирать, что ли? Или что вообще? Flowers. Whoa! Exploding flowers. Oh shit. The research lab is completely blocked by Prish. Pollen. Hold tight, Lucas. There has to be a way to get rid of it. Can't touch the walls, can't open the doors.
Да иди ты нахуй. This could be useful. Это пригодится. А, не вот они здесь, да, пробили пробирочки. Так, и что теперь? Опять я не то выбрал. Ну и дальше что мне делать? The centrifuge will only spin if the contents are balanced. The centrifuge will only spin if the contents are balanced. Сука, ты что, надо мной издевайся просто? Равномерно расставлено. Так. Еще мы забираем. Все? Да ёбаный ты в рот. That did it. Declan, a little hope. Lucas is AWOL, but he was working on a poison. I've got the compound to test out. Not much but scorched metals and detritus out here. I'd start cataloging, but we're not salvaging. We're walking around a crime scene. Куда мне? Обратно, да, туда? Фу, прям. Ой, фу, прищика, здорово. Oh no. God damn it. Lucas. Declan. Lucas is dead. Lucas is fucking dead. Oh god, no. He's completely covered in that black fluid. It's everywhere. Pulsing. It's on the walls, on the floor. It's like it knew. Hey, hey, hey. Breathe, Shane. You're not gonna die. Nobody else is gonna die. We just have to keep going. I feel like I'm gonna be sick. I can't deal with this. А как оно? О, ёбаный ты в рот. Я по защитнике хожу. Не боится он, блядь, по ней ходить. Так, Лукас, центр управления хочет, чтобы вы произвели расчеты для потенциального полета к двум лунам. Учтите логистику и варианты запуска миссии с Земли и с Марса. Выполните некоторые приблизительные расчеты для обоих проектов. Это задача первостепенной важности. Кроме того, обратите внимание на лунные орбиты. Фобос должен быть на расстоянии в 1/4 марсианской диаметра с периодом обращения 7-66 часов. А ДМС 3-5 диаметра и
30-35 часа. Но центр управления сообщил, что они стали обращаться значительно ближе и быстрее. Возможно, это какой-то сбой. Жду результатов, Джози. Джози, иди ты нахуй. Тут у нас ЧП, блядь. А, снова это инструкция. Так. Сейчас поиск доказать существенным кровопотерям. Так. Так, это я уже что-то читал, да? Или что там, там что-то еще какая-то страница была. Образцы, так, принадлежит древних породах, уже горячие молекулы, так, предшественник. И кирпичики для построения жилья. Так. Это что? Это? А что это за чудики вообще были? Так, положи нахуй. Фу, он щупальца. Так, здесь все закрыто. И сел такой на стул. Он стул весь в этой в говне. Слышишь, что ужасно, она зовет меня, слушаю ее издевки. Так, в коридорах я знаю, что смогу убедить ее, потому что иначе никак. Так. He coded a biogauge script. Lucas and Ina both knew this could happen. Им все равно было похуй. Они просто нашли, видать, это остатки марсианского растения. Это растение какое-нибудь там хищное. Я начал яды испускать, и всем пизда. Software updated, not Orochi certified, but так, найти пробирку. If Lucas was correct, a quick scan with the biogauge should trigger the plant's bloom with a high frequency pulse. Да, проблема только в том, что у нас все закрыто, хуя. Что это? Здесь что-то много всякого. Такое читать не хочу. Вау. Буклетик, да? Текст.
А, это они стенки снимают, типа родным присылать, что... А что, мол, типа они не на секретной там, не секретной миссии на базе, давай, на Марсе, а типа в Антарктиде. Иди нахуй. Так, ну мне, по сути, мне наверх. О, еще раз поставлю. Вообще жесть. Вообще прям. Она по-любому через очко ему залезла, прям через рот. О, ужас. Еще уебаны, да, какие-то темные вот эти вот. Куча уебков. Назад надо было. Че? Пробирка в лаборатории. Ну, конечно. По сути, надо отсюда съебывать. Так, это я открыть могу? Нет, нет. Все же еще закрыто. Чем, типа, обратно? А, да нет, знаешь, мне надо. A final gift. Да ты охуел. That's amazing. Now I can find a way into the greenhouse. Thank you, Dr. Van Buren. I should head back to the infirmary and synthesize the stronger poison. Я бы уже сел нахуй и ебанул бы куда-нибудь на другую базу. I'll need to use the centrifuge again. Чем мне надо использовать? Медблоки. Так. По-любому мне надо будет вот это, может, какую-нибудь поставить. Вот это, может, какую-нибудь убрать. Вот это убрать. Типа мне надо вот такое. Вот такое. Да? Все, вроде бы все окей. Давай. О. Крутится, вертится. Declan, I have what I need.
I'm going into the greenhouse, though I'm not sure what to do from there. Dump the poison in the water reclaimer? The reclaimer would... No, you're on the right track. I need to hit it at the source. If I can get to the water filtration system, inject it there, the whole system is poison. It could work. Мать твою. Есть. Это вот сюда, в этот причме. Там что, там нихуя. Ну давай. В принципе, она линейная, так понимаю, да? Фу, вот опять прям ебалище. Это разве... It's just a short EVA to the airlock at the back of the greenhouse. Ух ты, блядь. Declan, there's no helmet in this airlock, and the only way to the greenhouse is from the outside. Okay, what about the other airlocks? They're completely overgrown. 2 seconds, door opening. Approximately 50 meters. Another 2 seconds, atmosphere. 10 seconds. Oh shit, I know what you're thinking, but I can't. Your earplugs will prevent your drums from rupturing. Exhale completely. You'll have to sprint. It's only minus 19 Celsius, so no risk of frostbite. It's theoretically possible. This is the worst idea ever. Так, а чё он? Взаимодействует. Minus 19 Celsius. Oh, God. Fuck! Okay. Exhale. Out to the right. In the airlock. Change the atmosphere. Out, right, airlock, так, button. Let's наружу, go. Направо, шлюз. Вот он, шлюз. Нет. Вот она, вот она. Я добежал. Есть воздух, воздух есть. Чё ты сдох-то, блядь? Ой, ну ты лошара сраный. Вот если бы я... Сука, такой... Такой убежал направо. Ну, направо же сказал, блядь. Нет, бы сказал, беги по сигнальным этим, да? Нет, говорит... Выбежал, типа, наружу, направо. Все, вот направо, шлюз там есть какой-то. Это был не шлюз-то. Declan... There's no helmet in this airlock, and the only way to так. The greenhouse is from the outside. Сейчас сделаю. What about the other airlocks? Мужик. They're completely overgrown. Ачивку. Главное получил. Only 50 meters. Another 2 seconds atmosphere. 10 seconds. Oh shit! I know what you're thinking, but I can't. Your earplugs will prevent your drums from rupturing. Exhale completely. You'll have to sprint. It's only minus 19 Celsius, so no risk of frostbite. It's theoretically possible. This is the worst idea ever. Давай, согласен. Все. Побежал. Не время, блядь. Кряхтеть, как тёлка. Давай, беги, 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 беги. Давай, давай. Все. Фу. Подача воздуха есть. Фу. Все. Сейчас, пока.
успокоимся. Shane, come on, come on, check in. I'm here. I'm freezing. Headache is back. My ears are ringing. I should be dead. Jesus, slow down. Fuck, get your breath, please. Are you good? Tell me you're good. Can you walk at least? I'm still standing. Hoping I'm not going into shock. I lost 40 years in 10 seconds. Okay, we'll get you looked at as soon as we can. Hang in there. О, так я же здесь был, да? Точно. It's gotten worse, Declan. Way worse. I'm going to the water purifiers. I hope it'll be enough. Okay, well, after what you just did, you better fucking kill that thing. Что ты, блядь? Что ты за, блядь, от растений, нахуй? Сука, дохни. Мразь прыщавая. О, блядь, там это хуй. Ёбаный ты в рот. Смотри, еще больше прыщей. Вообще-то какие-то, блядь, цветы подростки, да, у них этот период, когда на всем ебальнике прыщи. Вот, смотри, опять это красная поебота. Ладно, здесь все пооткрыть. О, здесь же эта тварь была. Чудище это поганое. Мне вниз, я знаю. Я чувствую, может взять пистолет и застрелиться. Да по-любому я уже здесь не выживу. Как здесь вообще можно было выжить? Я не понимаю. Уже считаю, чувак, труп мой. Двери нахуй вынесены. Точка сохранения. На тебе, блядь. There's a body here. Jesus. The impact site is a smoldering mess, and we don't really have the time or the equipment to search through all this. Are you all right? Yeah. Mars sucks. Это то, что там упало. А кто там, интересно, упал? That hatch will get me where I need to go. Так, главное. Я чувствую, как FPS падает, вижу прям прекрасно. Не знаю, как это будет опять на видео отображаться, но ужасно. Слайд-шоу какой-нибудь опять будет. Я думаю, мне сюда. There are two filtration tanks down here. Так. Gotta inject them both. We'll see if it works. Первый есть. Теперь второй. Второй, наверное, в другую сторону, да, не пиздавай.
надеюсь, ничего не выскочит. Так. Все. Все травлено. Whoa. Declan, it really didn't like that. The poison is already polluting the water supply. Oh, that's a win. Now get up to the environmental control console and dump the entire reservoir on that bastard. Shane, we found something. Josie saw a door along the escarpment near the crash site. She wants to check it out. A door? Carved out of the cliff. It's massive. I told her we need the recon with you, but she's fixated on this. Orochi has да лучше подождите нахуй. Дебилы, блядь. Orochi, right? Мы бараны. Сейчас только избавлюсь от растений, мне потом придется идти еще вашу задницу спасать. Сплошная слизь. Сохранить что, что-то будет, что ли? No, it's still alive, but I can get closer now. This thing won't stop. Maybe if I pump the last dose into the roots around the base. Фу, чё, серьёзно? Ну то пора шуйти. What? Whoa! Whoa! Hello, little fleshbag. Dr. Volkova? Ina? No. No! It can't be her. No way. Huh! That must have been one of its main arteries. That worked! It's getting weaker. Just keep going. Куда? Да, да, захаркайте меня. Слушай, дебил такой. Да ёбаный тебя в рот. Did that do it? No, it's still alive. But I can get closer now. What? Hello, little fleshbag. А, надо было навестись. Так. Так, теперь что я? Теперь я показываю? Ина? No. No! It can't be her. No way. А, вон она. На полу.
Фу, блядь. Все? Успокоилась, мразь? Declan, it's Volkova. She's being controlled by the tree. She is the tree. What the hell? How? The tree, her specimens, the black infection everywhere. She's not even human anymore. Kill me. Please. Kill me. И не с природой получено. Shane, can you access Ina's files? I just saw Ina the other day. She wasn't like this. Shane, focus. The Cyrano crash, the black oil, the plant life expanding exponentially. This doorway, it's all connected. Так, все, двоих нет. Where are you? I'm coming. I'm getting out of here. No. You need to access Ina's computer and find out exactly what she was up to. My God, are you kidding me? Shane, think. The Cyrano is gone, and our resupply with it. If the main base goes down, we're all dead. If Volkova's research still poses a threat, we need to know. You want to find out what she was up to? You come and do it yourself. I don't care. Hey, listen, I know you've been through a lot. I'm sorry. We all have. You're right. I bet the seats on the rover are just unbearable. Hey, listen, buddy. I've spent all afternoon picking up whatever pieces I could find on the Cyrano crew. Don't act like you're the only one who's having a tough day. Anytime you want to trade places, you be my guest. Oh, fuck off. Enough! Both of you! Dr. Newhart, do you read me? Commander Wilcox. Your primary objective is to assess any further threat to the base. Volkova was clearly hiding things from us. Use her security clearance to obtain whatever information you can find. You are to remain at base and radio your findings to your off-site team. Copy? Yes. Copy. We're headed to the cliffside doorway. If there's proof of intelligent life on Mars, I want to know. I want everyone to know. Declan, you're on comms. Got it. Hey, sorry to be a dick. Yeah, me too. All right. I can do this. I mean, if I were to start somewhere, it'd be Volkova's computer. Right. I'll check with her station in the research lab. Maybe she left a note or something. You got this. Матрёшки, блядь. О, клюква. Матрёшки, нахуй. Конечно, русские так матрёшки сразу. Уж эти русские. Так. Это она? Была такая красивая, стала такой тварью. Арбормор. Так, о, что там гнили? Пять, три, восемь. Отец. Это она прям вообще. Чё там, блядь, 5-5-3-3-8, сука. Ой, да блядь.
Где там? Вот, 5-5-3-8, да. Так, 5-5-3. Declan, there's an elevator. In the center of the research lab. The server room has an elevator. Oh, shit, I've walked by it 100 times. I'm heading down. Ты не знал, снова русские, да? Врата в ад открыли. Смотри как. Техническая обработка тоже, да, запрещена с 3. Аргус. Понятно. Shit, not that thing again. Level 4 security protocol. All personnel access restricted. Ёбаный, ой, ты тут. The whole system locks down if the security camera spots me. Maybe I can connect to it with the biocage. Так. Да ты с... Сука. Понятно. Она, то есть, все время отпускается. Хранитель тайн. Хранители тайн. Сука. Мне не нравятся эти хранители. Хуйня. Я чуть не усрал, блядь! Fuck. Ебать! Чё за ки... Чё за Вейланд, нахуй? Shane, we made it to the door. Definitely not Orochi. It looks ancient. But they've been here. There's equipment near the base and there's a strange artifact on a pedestal. If they found a way inside, there's gonna be record of it. I'll see what I can find out.
Добро пожаловать, доктор Иван Волков, ваша лаборатория готова, когда, пожалуйста, посетите прямо в комнату 7А, ваша деятельность будет контролироваться. Добро пожаловать в Аргус, сука. Аргус. Так. Is that a circuit box beyond the door? Чё там должен быть один, да? Интересно. God, Declan, there are layers to this place. An entire complex. I can't believe this was right under our feet. Josie was right. Volkova knew. This can't be real. Ну, прикинь, чувак, это на самом деле. Так. Та-та-та-та. Вся эта рутина рабочая. Просто потрясающе. Disturb the divine engine. Disrupt the barrier. Seek a well of knowledge that swallows all. Out the airlock they went. Fragile minds scattered to the vacuum. Extinguished by the breath of the moons. We're not doing this. Надо пройти, да, через это все. Сейчас что-нибудь как выскочит. Почему рук так столько много всяких? Так. Артефакты бесценные. Охуеть, какие они старые, древние прям. Так, мне надо сначала включить конвейер.
Ах же она, сука. Погоди, постой. Я открыл. Так. У меня же семерочка. Turned on the conveyor belt. I should be able to get through the room next door if I head back. Chimney? Ah, я конвейер включил. Что, одна только Волкова работала? Так, я отключил безопасность, да? Must be Volkova's lab. И вот, ну, наверное, навряд ли. Smells like gasoline and fertilizer. It's completely wrecked. Напрасно, наверное, она отключила. Так. Симбиот, блядь. Может, это предыстория к Веному с космоса?
Так, понятно, тут она уже начала на себе, да? И начала по-тихому с ума сходить. Ага, хуй-то там, да? Пиздец вообще. Ой. Как я и говорил, это растение-убийца, короче. Фу, нельзя на эту черную хуйню наступать, да? Наступил-то, блядь. Можно было наступать, теперь нельзя. Так, контрольная точка, я думаю, на этом на сегодня хватит, потому что и так как больше времечко. Время. Так что давай. Увидим, что будет дальше. Давай.